Какая-то осенняя эпидемия. В полиции снова фиксируют всплеск обращений по дистанционному мошенничеству. Кировчане теряют миллионы рублей своих сбережений. Только за сутки в МВД обратились 4 человека, с карт которых украли деньги. А днем ранее слишком доверчивая кировчанка потеряла больше 2,5 миллионов рублей. Схема действий мошенников прежняя. Кировчанам звонят якобы из банка и сообщают о блокировке карты. История обмана, о которой предупреждали, кажется, уже 1000 раз. Поэтому и непонятно, почему до сих пор кировчане сообщают по телефону данные своих карт и пароли. В итоге за сутки 4 человека, можно сказать, сами подарили мошенникам несколько сотен тысяч рублей. А на днях в полицию обратилась кировчанка, которая хотела заработать на ставках, и в течение 2 месяцев банковскими переводами лишилась 2,5 миллиона. Рублей. По всем эпизодам сейчас полиция ищет преступников. Кировчан просят быть бдительнее и не переводить деньги за сомнительные услуги незнакомцам и никому не сообщать данные своих банковских карт.